Ребята, всем привет! Вы на канале Настя и Кекс. Мы продолжаем рубрику «Дрессировка моей собаки». Да, моя собака знает много команд. И сегодня я вам покажу. Умри, Кекс. Вольно. Хоп. Я сегодня научу, так как мы уже выучили самую легкую команду. Это команда «Сидеть». И мы продолжаем. У нас сегодня я вам покажу, как научить своего питомца команде «Лежать». Самое главное не лениться, а трудиться. И по этим же правилам можно и научить свою кошку и разных животных, которые четвероногие. Да, это очень легко, и самое главное, надо попробовать. Сегодня будет команда «Лежать», а в следующем видео будет команда «Умри». Да, моя собака уже знает команду «Умри». Вот такая у меня собачка. Вы уже видели ее в прошлом видео. Она теперь часто будет сниматься в видео. Так, нам для этой команды понадобится как раз-таки команда «Сидеть». Посадили свою собаку и опускаем руку вниз с любым лакомством. Я для этого беру яблочки, ему можно, но совсем чуть-чуть. Кекс. Тихо, сидеть. И смотрите, что я делаю. Я беру вот так вот лакомство в руку и потихоньку начинаю опускать вниз. И говорит команду «Лежать». «Лежать». Если у вас не получилось, то попробуйте сначала посадить свою собаку, так положите руку и чуть-чуть отодвигать. Собака будет ложиться. Я так и учила свою собаку, Кек, сидеть. Лежать. Не-не-не, лежать. Хоп. Да, я говорю слово «хоп», чтобы он больше так быстрее запоминал. Можно каким-то жестом управлять. Например, команду «умри», я управляю вот таким вот жестом. Кекс, умри. Так, нет, лежать. Умри. Ты моя потягуха. Вот такая вот у меня собака. Умри. Я его вот так-то иногда ложу, а иногда я командой вот так вот делаю, и он начинает переворачиваться. Дай пять. Вот такая вот у меня собака. Дай пять. Ну хоп, молодец, хорошая собака. Ну, главное не лениться и тренироваться совсем по чуть-чуть. Много с ним работать не надо, потому что он еще у вас щеночек. И дрессировку надо начинать сразу же, как привезли свою собаку. Привезли и посадили свою уже по моим правилам. Ну, не по моим, можно на других каналах смотреть. Но вообще я учила по таким командам. Сидеть. Лежать. Вот так вот. И занимайтесь по чуть-чуть, если у вас что-то не получается, не нужно ругаться на свою собаку. Самое главное... терпение, чтобы ваша собака усвоила. Все равно когда-то она запомнит. Лежать. А запоминает она так, то что вы ее ложите и говорите молодец и даете лакомство. Она запомнит то, что вы ей после каждой команды даете лакомство и будет выполнять. Лежать. Хоп. Сидеть. Лежать. Лежать, лежать. Вот так вот. Ну и все. Если вам понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Если хочешь, чтобы я показала... Как моя собака выполняет команду «Умри». Кекс, умри. Умри. Не-не-не, умри, умри, умри. Ждать. Вольно. Еще я буду учить команду на выдержку, чтобы ваша команда... чтобы ваша собака знала команду выдерживать перед едой. Моя собака уже знает, молодец. Все-все, вольно. Больше не буду. Все, хватит. Позанимались чуть-чуть и хватит. Если вам понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Увидимся в новых роликах. Кекс, дай лайк. Лайк. Давай лайк. Лайк. И ставьте лайк. Да, кексик? Лайк. Дай пять. Пять дай. Когда у меня наберется 15 подписчиков, я сделаю конкурс. И в нем может выиграть любой. Вот такая вот у меня собака. Если вам нравится моя собака, жмите лайк. И напишите в комментариях, у кого есть тоже домашнее животное. Ну все, всем пока. Увидимся в новых роликах. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Всем пока. Пока-пока.